Национальный фестиваль звонов у сёмый раз прошел Хотинску. Он собрал звонаров не только с православных епархий Беларуси. На свято приехали гости, артисты, святары с помежных регионов России. До речи, не сдарма фестиваль ладится у Свято-Троицким соборы. Тут одна из лепших звониц Беларуси. Подробязности у Татьяны Сергейчик. Хотинский Свято-Троицкий собор, поменьшенная копия храма Христа Избавителя в Москве, помник архитектуры 19-го стагодия. Его звоницы с 12 звонами нема аналогов ни у Беларуси, ни у соседних районах России. Коли до 60-ти годов вызволения района от немецко-фашистских захопников отлили самый великий звон у 1,5 тонны, магистры мастерства духовного училища вырешили записать голосы у всех звонов. Мы записали несколько разных звонов. Ну и так, отцу Кириллу спустились вниз, когда с колокольни во время трапезы говорим, отец Кирилл, ведь колокольня значимая такая, давайте, здесь можно фестивали проводить республиканского масштаба. Ну, батюшка так улыбнулся, говорит, ну да, конечно, можно. Вот, но это ж надо сил как-то собраться. Улыбнулся, а годы не те. Отец Кирилл один со старейших святаров. Ему 91 год у Свято-Троицким храме. Служит 60 годов без его, кажут удельники фестивалю, не было бы такого свята. Хотела, спортила погода, что погода такая. Был большой такой размах на сегодняшний день. Ну, что ты сделаешь? Стихией борьбу не поведешь. За дажу мужчинский ансамбль «Благовест», оркестр студентов Могилевского филиала Белорусской академии музыки, гости фестивалю слухали у храме. Подошла после концерта бабушка, говорит, сыночек, мне 78 годков, я простояла всю службу, я сходила в крестный ход, я прослухала ваш концерт, як на крылах лечу до дома, спасибо тебе, сынок. Вы знаете, вот эту похвалу, вот эту оценку своего труда я считаю самой высокой в моей жизни. Это фестиваль неповторимый для нашей Беларуси. У нас много фестивалей, но этот необычный. Я просто хотел бы научиться колокольному звону. И вот пока так вот изучаю звуки, музыку. Это общение среди коллег, это повышение собственного уровня как звонаря и просто хороший праздник. У Хотинску любят слухать колокольный звон. Жыхары верят, что менавіта дякуючи звонам собора район застался чистым от радиации. А фестиваль не только притягивает туристов, але и умацовывает сувязи помежных епархий Беларуси и России. Татьяна Сергейчик, Юрий Ауласов, новини региона.